настоящий. И по этому поводу, как обычно, мы катаемся по лесу, по снегу и по всем остальным местам, где можно кататься. Сегодня у нас будет много интересного, что-то обязательно будет, что мы никогда не знаем. У нас нету плана, у нас нету сценария. Что случается, то всегда попадает в кадр. Ну, иногда что-то случается и не попадает в кадр. А так, оставайтесь на канале и ставьте лайк. А мы начинаем. Вот так выглядит зимняя эндуро. Конечно. Вообще, да? Со светом. Зайдем со светом. Это вам, как говорится, морозный день, когда можно прыгнуть пару и ехать парой. Разные палки-метелки. Беговая снегурочка бежала от Деда Мороза. Бежала 360 дней. Вот наше любимое место, где можно покататься.
вам первый папандос. Заднее колесо провалилось. Ай-яй-яй. Что вот это за красота? Продлядывай. Вот это кайф. Ёлочка, ёлочка. Видали, как можно зимой на эндуро кататься? Эндуро — это жизнь, это мотоцикл, это вам не снегоход зимой, это обычный эндуро мотоцикл, и он доставляет килотонны удовольствий. Опасно. Ногами там снег разбрасывает. Голова. Ёлочка, гори! Ёлочка, гори! Ёлочка, гори! Ну что, мои дорогие друзья, вот так можно проводить на вау-вау-вау! Дорогие друзья, вот это и есть зимушка, зима, а это развлечение, которое помогает собраться с мыслями.
О, в природе! Все, прошло. Ну что, мои дорогие друзья, на этом интересном моменте хочу вам сказать, с наступающим Новым годом или уже наступившим Новым годом пожелать всех успехов. Самого главного, обязательно занимайтесь эндуро, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А я, Эдуардо Эндуро, всегда буду вместе с вами кататься. До новых встреч, всего доброго!